Здесь «Три вокзала депо» — это мощнейший камбэк. Новое радио, движ «Три вокзала депо». Самый успешный, молодой, красивый и талантливый артист. Встречайте на этой сцене! Встречайте на этой сцене! Акмаль Датишева! Выступать, и более того, я очень люблю здесь кушать. Вот. Санечка, чуть-чуть можешь мне мониторы поддать немножечко и уши тоже вокал. Так, друзья, сегодня собрались очень много здесь классных, талантливых, молодых, что самое главное, исполнителей. И я вам хочу сказать огромное спасибо за то, что вы сегодня столь бурные, за то, что вы сегодня умеете хлопать, друзья. Это действительно дорогого стоит. Нам, молодым артистам, очень-очень это помогает, для нас это очень важно. Поэтому огромное спасибо вам. Ну что ж, вы знаете, у меня сегодня вышла песня. Да, может быть, кто-то успел послушать. Может быть, вообще меня кто-то в целом не знает, это абсолютно нормально.
я все-таки не Филипп Петросович, меня, и я не 100-долларовая купюра, чтобы всем нравиться. Поэтому вот этот вот прекрасный вечер — это замечательная возможность нам с вами всем познакомиться. Меня зовут Акмаль, если что, я пою такие хорошие песни, которые не стыдно послушать с мамой в машине. У меня нету матов и прочего. У нас добрая, качественная, классная, светлая музыка. Спасибо большое. Господи, какая прелесть. Что там написано? Ну-ка, покажи мне, пожалуйста. Мечтаю спеть с тобой Раневскую. Как зовут тебя? Настя? Ну, мы сегодня не планировали петь эту песню. Но... А ничего, что после нас артисты, я тут немножечко болтаю. У нас никто по голове нету. Так, ну ладненько. Сейчас исполним следующую композицию. Я очень надеюсь, что каждый из вас поймет ее правильно, потому что сегодня... Сейчас очень грустная история. Я сегодня захожу, значит, в один из пабликов, там выложили вот наш новый релиз. Песня называется «Мир нам завидовал», чтобы вы понимали. Да. И взрослая женщина, прости господи, но ей, наверное, лет так 60. Она пишет, значит: «Мелкий утырок, чего ты добился в жизни, что тебе весь мир завидует?» Мне было так грустно читать это, потому что песня-то про самую светлую, про самую сильную, настоящую любовь. И контекст того, что если у вас вдвоем все хорошо, у вас есть коннект, то вам может завидовать абсолютно весь белый свет. Я очень надеюсь, что каждый из вас поймет эту песню правильно. Вот. Ну, поехали. Мы сегодня ее приедем, друзья. Если кто-то знает слова, подпевайте. Если кто-то не знает, ну, сделайте вид, что вы не знаете. Тоже будет хорошо. Поехали. Что у нас тут со звуком? Саш, гитару вот эту вот включи, которую у нас в плейбэке играет. Вот что значит, артист не приехал на чек. Вот я гадина, конечно. Это ужас. Саш, ну что, мы можем? Нет? Слушайте, ну давайте другую пока споем тогда, да? Что у нас сегодня было запланировано еще? Да, классная, кстати, песня. Сейчас немножечко потанцуем. И вот дальше уже пойдем к лирике. Я примерно понимаю, какие песни вы сегодня от меня ждете, если уж кто-то знает, кто я такой. А то, что между нами, я предлагаю сыграть. Пока что. Ты же ее нам включишь, да? Поехали. Позволить себе оторваться.
хочу, а ты дышишь. Но что между нами? Как все писали? Вот я так пою, а что ты Спасибо большое. Ну что ж, теперь вашими молитвами да к новой песне. Давай, Саша. Мы очень переживаем, потому что поем ее впервые. Сами понимаете. Ну что? А, все. Санечка, еще разочек. Друзья, поддержите нас, пожалуйста. Сейчас все будет. Поехали.
Спасибо, Москва! Ну что ж, мы не планировали петь сегодня эту песню. И, видимо, мы споем на одну больше. А, Настя, реально готова исполнить со мной эту песню? Да? А как нам девочки попасть? Настя, ой, Настя, вот тебе Настя и поможет. Пройди, пожалуйста, вот сюда вот. Вот в эту сторону. Я очень люблю такие эксперименты, друзья. Это еще одно подтверждение тому, что мы сегодня поем вживую. Они как любят в наше время, к сожалению. Так, ну что? А у нас есть вообще второй микрофон? Есть у нас возможность дать второй микрофон человеку? Надеюсь, что есть. Раневскую знаете, друзья? Саш, она же у тебя есть, я надеюсь? Ну, прекрасно. Слава богу. Ой, привет. Так. Можно я буду тварью и спрошу, сколько тебе лет? Я вижу, что ты юная. 17? Прекрасно. Есть второй микрофон? Раз, два, три. О, прекрасно. Так, ну что ж, Акмаль и Анастасия, почти как Артик и Асти. Поддержите нас, друзья. Мы поехали. Господи, почему я так страшно мне сегодня как-то выступать? Извините, на пятки наступаю, представляете? Саш, ну что у тебя там, не включается? Настя, мы ему просто мало заплатили сегодня, поэтому сегодня такой вот немножечко этот. Прекрасно. Я
верните меня забыться, чтобы не чувствовать ничего. Дай любую, я и добью, но мама прошу лишь одного. Похороните меня за плинтусом. Друзья, аплодисменты отдельно Насте. За то, что не побоялась, за то, что не постеснялась. Мы продолжаем ее подборные аплодисменты. Спасибо тебе огромное. Ой, ну что ж. Ты расскажи про... Как нес себе цвет, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы пролил, как я тебе кричал и руки разбивал из-за тебя. Спасибо большое, друзья. Ну что ж, напоследочек от меня. Ты расскажи про нас всем на свету, как нес себе цветов я букет, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал, я об стену из-за тебя. Ты расскажи про нас ему свету, как нес себе цветов и букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, и руки развивал, я взяну из-за тебя. В моих глазах не видно свет, что ты несешь? Ты говоришь, изменился, может, просто подрос. Твои слова и нотации довольны лишь до слез твоих. Хватит делить мою постель на двоих, разорви дома, давай вали. Ты лиц моей души, ты как я. Ты очень сильный, от которой раз смотрю в глаза, тело потом достать, рассмотрел. Я закончил то, что начали мы, мои дела. Больше не увидишь, чем вниз, хоть не пытайся меня поменять на что-то, как бы печь. Ты расскажи про меня, как нос себе цветов и облаке. Пошел мне до утра, у подъезда ожидая тебя. Слезы проливала на шею, я тебе кричал, я приеду. И руки разбивал, я об стену из-за тебя. Ну что ж, друзья, спасибо всем огромное. Это чудесный вечер. Спасибо огромное, подарок, за то, что вы ставите такие в качестве прекрасные посетители. Спасибо большое, друзья. До скорых встреч. Спасибо, Господи.